Здрасте, здрасте. Здрасте. Я-то всегда готов, а ты чё? Здорово. Как дела, нормально? Да, нормально. Сам как? Так что, ничего. Приветствую. Нормально. Ты чё, реально папа баскетболом занимался? Ну, он играл, да, играл, профессионально. Да? Да. А, то есть ты владеешь, я так понимаю. Ну, я что-то знаю, как бы. Там знаешь, я тоже знаю, чтобы в кольцо попасть. Ну, все, у нас одинаковые шансы тогда. Это Леброн, знаешь, играешь? Скажи. Пойдем. Подожди, я так... Папа учила. Давай начнем, Манюх. Пока он не разбросался. Считай. А как, мне надо будет выиграть или нет, чтобы потом у него не было дома серьезного разговора с папой? На видео подстроим, что я выиграл. Есть. Начинай, Сафанович. Начинай ты первый. Ты помоложе, ты начинай. Все, начинаем, да? Поехали. По три броска. Подожди, начали уже? Подавай, подавай мячики. Мерзопак, а? А ты думаешь, тебе все подаваться будут? Фортожопик. Ты смотри, а? 6, точка 1, не да? Твоя, походу, Артем. Кладем. 6-3. Начинай следующую. Начинай, давай. Давай ты следующую. Давай, ладно, по очереди. По очереди, чтобы было. Ты смотри, а. А заступ кто-то снимает? Да, я выпрыгиваю, давай, заступ кто-то снимает? Рассказчик ее. Не, ну без судей тяжело, конечно. 6-6. Хорошо. Самолет. Ну, ёкает, да? Артем, ёкает, когда летит, согласись, ну есть такое. Видно, когда. Сдулся уже парнишка-то. 9-6. В серединке. С пониманием человек. Эй, плохо. Хорошо. Ужасно. Это мне нравится. Сравнял. Папа в деле. Чипсы ел. Ассист хоть дал бы мне, а? 9-9. Это обидно. Да нет! Там! Нет! 3 веду, да? Да нет. Для уверенности надо промахнуться. Там. Нет. За стадионом Динамо. Так, а. Ты смотри, а, фартовый. Артем, спокойно, Артем. Без давления. Хорошо! Ты смотри, какой, а? Начинай. В три веду. Да. В
ты смотри, а. Плюс один. Одно из трех, да, забить надо? Да. Ты же мой родной. А вот и давление! Один король здесь, запомните вы все вы запомните. Один король. Я же дровной за игре. Какой ты слабый. Спасибо, дорогой. Спасибо. Хорошая игра, спасибо большое. Один чемпион. Он вел. Реваншик будет 100%. Реваншик вообще без проблем, но самое главное искусство дать понюхать. Понимаете, когда человек поверил, что... Чтобы обиднее было, понятное дело. Я думал, что психологии прибавил Краснодар после, знаешь, после... Да хорош заводил, мы хорошо рассказывать, пошли. Любой из вас, кто готов со мной сразиться. Спасибо, Вадюш, спасибо, дорогой, спасибо. Тренируйся. Папе большой привет. Я вернусь сильнее.